Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой К мешает им осуществлять намеченные планы. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Вибрации этого имени наиболее демотичные, беспокойные, изменчивые и нетерпеливые из всех вибраций нумерологической шкалы. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Одежду владельцев этого имени по их предназначению в основном светлые. Если обладатель имени носит темную одежду, то ему стоит задуматься, потому что светлая одежда повышает его нравственный и приятный тон. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. У обладателя согласно L в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.